друзья мои, это платная дорога внутри Москвы. Я не знаю, как она называется. Меня на нее вывел навигатор. Но мне здесь нравится. Стоимость 600 рублей, конечно, она уже немножко как бы цепляет за сенсоры. Но зато лететь по Москве, вернее, над Москвой, судя по всему, совершенно без всяких пробок, это комбинация, друзья мои. Кофе и сигареты – это комбинация. Ну вот, смотрите, не знаю, сфокусировка, конечно, проблема немножко. Как у нас тут ночная Москва и как это, собственно, выглядит. Что это за дорога? Фуай. В общем, она через живописный мост от МКАДа проезжаешь и в сторону центра она начинается. А, подожди, сначала я свернул на... Да-да-да-да, значит, мимо Москва-Сити, она идет от Москвы-Сити. То есть мимо Москва-Сити проезжаешь по третьему транспортному кольцу, и она начинается, эта дорога. В общем, куда она ведет, я так не понимаю, но, надеюсь, навигатор меня не обманет. Ивана Франко. Ну, что такое с фокусом, а у меня просто не к черту фокус. Ладно, ребятки, ничего сделать не могу. Вот так вот вроде как что-то фокусирует. Такое предсчастливое небо. Помню, в лучшие моменты моей жизни такое было. Небо. Знаете, иногда, когда наступает лучший момент в жизни, ты, конечно, не успеваешь это в полной мере вкусить. И иногда себя ведешь неправильным образом. Но, во-первых, точка невозврата. В нее лучше не заходить. А если ты не зашел в точку невозврата, то все еще можно вернуть.